Курс «Экология детства и что в нем?». В нем вы увидите 5 занятий. Первое занятие – это общий обзор, как отличается детское питание, детский стиль жизни от взрослого и какие основные косяки того времени, которое самое ценное. Детство – это самое ценное для формирования фундамента здоровья. И это должны знать взрослые. Это нулевое занятие. Первое занятие – мы рассчитываем рацион. С учетом белковой компоненты питания учимся распределять белок в течение дня, следить за доперевариванием белка как у взрослых, так и у детей. Так что это будет всем полезно. И особенность количества углеводов в детском рационе. Третье занятие – как сформировать иммунитет. Причем основные фундаментальные моменты, как формировать иммунитет и что делать, если ребенок уже заболел, чтобы в его жизни было как можно меньше антибиотиков, потому что детки болеют, безусловно, но они должны болеть редко, без осложнений и легко. Следующее занятие, четвертое по очереди, аллергия и какие у нас есть пути выхода, на какие моменты мы можем повлиять. И последнее занятие, пятое, что есть из того, что есть, из того огромного ассортимента, который предлагают супермаркеты, что вы можете выбрать, к чему стоит приучить ребенка, а чего стоит категорически избегать. В том числе поговорим о посуде, не только о еде, но даже о посуде, из которой ребенок эту пищу потребляет.